Еще могу немножечко пообщаться. Давай. Watch it, Joe. Go away, you're up. Подожди, подожди. Ты что заводишься на пустом месте? Накипело, наболело и хочется выговориться. Понятно, что да, у всех у нас свои, как говорится, и заботы, и хлопоты. Другую ленту зарядил. Я вот как бы свое скажу. Ты хочешь мое мнение услышать? Нет, это я просто делюсь своим мнением. Я вот говорю, я понимаю, что я говорю. А как вот я молчу, то есть ничего не происходит. Давай по делу, я даже покушать сегодня еще не успел. Он якобы не он, конечно, не он, а беря оттуда вот как бы косвенные вот эти, он начинает говорить, что вот... Все? Или еще там? Ну, все, как... Это вот, ну, вот, как вот... Я кратко не смогу сказать. А. Ну, в словах скажи, какой ответ? Естественно, порой вот, ну, хочется вот сделай так и сделай так. Я понимаю, что это упрощает наше. Ты заставляешь нас. В чем проблема? Нет, проблем нет. Я просто хочу подстраховаться. Правильно ли я буду осуществлять? Потому что у меня прежде... Дочке сколько лет? То есть... Вот сейчас ты меня стыдить начнешь, Антон. Да я и сам справлюсь. Я просто от тебя жду. То есть, ну, как бы, ну да, правильно. То есть, вот так. Ну, выход нашли? Абсолютно нет. Тем более, то есть, я, если тут, ну, перебиваю, то есть, там, как бы, есть такие еще и жизненные просто-напросто такие понимания. То есть, там, кто такие... Подожди, подожди. Выключи свой пулемет Гатлинга. Вот так вот реально, то есть, там, людей, которые... Ты там вот видишь, что первый раз к тебе обращается, слышишь вот именно вот такое, что... Инициатор и источник напряжения где? Привык общаться, да, я вот в своем, так скажем, кругу, да, общения с кем. И все как-то, ну, попроще все идет. И вот это немножко как бы напрягает. Но у меня на все это времени нет. Такой как бы момент такой акцентирует о том, что там говорят, о том, что там, ну, мол, типа надо отписываться, он там, ну... Зачем ты мне то же самое рассказываешь? Не надо мне пересказывать, я это и так слышал 100 раз. И вот они могут, когда вот доходят до того состояния, когда люди отключаются, ни о чем не думают. Протестируйте скорострельность своего пулемета Гатлинга. И я скажу даже больше, я тут не разграничиваю, вот он или ты, да, вот, но вот ты, и вот, а, вот тоже вот эти. Такой шикарный у тебя пулемет Гатлинга вообще. А вот знаешь, вот хочется, знаешь, вот как вот по-простому, вот грубо говоря, как раньше говорили, на заваленке посидеть, да, семечки полузгать, да, и посидеть пообщаться. Вот просто солнечный день, тепло, погода. Одну ленту зарядил, вторую ленту зарядил, влево направил, вправо направил. Но он у тебя как крутился, так и крутится. Давай я тебе его остановлю путем вопроса. Здесь нет никого, кроме тебя. Вопрос решен. Да, двигаемся дальше. Это единственный короткий ответ от тебя за весь разговор.